Всем приветики, ребята, меня зовут Винка, и сегодня я пришла именно в поликлинику, потому что что-то со мной не то происходит, я сама не понимаю, или то аллергия на что-то, я не понимаю, или, блин, я заболела чем-то, у меня постоянно кашель, насморк. Подпишись на канал, поставь лайки, порекомендуй всем своим близким и друзьям, и напиши мне самый-самый-самый приятный комментарий. Да, я очень сильно обожаю, когда ты мне пишешь, спасибо тебе огромное, если ты просмотришь до конца. Главное, не пропусти, потому что там впереди там такое ждет. Вы сами знаете, в поликлинике всегда очень сильно весело и интересно. Всякие бабульки, очередя, всякое такое, рухлядь. Короче, ребята, все, готовим чаек, кофеек, и мы с вами приступаем к обзору. Погнали. О, это моя уже медкарта? Вау, какая она интересная. Все, Винка, я тебя записала именно в 4-й кабинет. Пойди, пожалуйста, к зубнику, потому что что-то у тебя со рта воняет. Ага, хорошо, я поняла. Это на каком этаже у вас? На 2-м. Спасибо тебе огромное. Так, ребята, давайте-ка пойдем и посмотрим, что же там такое. Так, это все к зубнику? Да, здесь очередь. А кто крайний, ребята? А кто крайний? Я не помню, а может я с тобой или нет. Так, ребята, мне что-то это уже не нравится. Давайте-ка быстрее, там думайте, кто крайний. Ну, я пришел первый. Хорошо, ты пришел первый, кто второй? Я пришел, не буду я за ним занимал очередь. Нет, я. А вы что скажете, житель? Я просто так здесь стою. А, понятно, хорошо. Так, ну что, я могу, получается, зайти? Нет, ты не можешь зайти. Вы такие странные, ребята, пожалуйста, давайте-ка быстрее мы решаем. Нет, ты не зайдешь, ты занимай очередь. Так за кем занимать очередь, я не понимаю, вы что, прикалываетесь надо мной или нет? Я сказал за мной. Кто за мной, кто сказал это? Я. Ты? Ты же сказал, что ты просто так пришел сюда стоишь. Ну, ой. Короче, ребята, все. Добрый день, доктор. Добрый день, Винка, что-то у вас случилось? Давайте-ка сюда медкарту, я сейчас вас рассмотрю. Хорошо, мне сказали, типа, что нужно к вам прийти, потому что у меня со рта воняет, что ли. Но вы все равно загляньте мне, пожалуйста, в рот, хорошо? Да, да, Винка, давай. Все, я открываю рот. Ага. Ой, фу. Ой, извините, я не хотела. Так оно само и получилось. Так, давайте медкарту. Ага, вот, держите. Я сейчас вам напишу, что вы здоровы. Да, нужно, конечно, один зубик сделать, но то потом, да, вы придете. Это, короче, один зубик лечим за 10 изумрудиков. Ого, ничего себе, почему так дорого у вас? А у нас все прекрасно, мы делаем на века. А, ну хорошо, я тогда в коридорчике постою с жителями потрендю. Ага, давай, все, Винка, можете уже выходить. Идите, пожалуйста, в 10-й кабинет. Это как раз находится на 3-м этаже, вам нужно сдать анализы. Ага, хорошо, это там в медкарте это все написано, потому что я не разберусь. Так пишут куричьи лапы. Вы хоть там нормально дописали? Да, я пишу специально для особо одаренных, как ты, чтоб могли прочитать что-то. Так, блин, в смысле сильно одаренных? А ничего, что вы просто палочки вот так пишете, и хрен поймешь, что там вообще написано. Даже фармацевты не могут разобрать. Винка, это ваши проблемы. Фу, блин, до свидания. Я к вам вообще не приду больше. И не заходите туда, он какой-то там дурачок. Так, по-моему, сказали как раз третий этаж. Так, поднимайся. Ого, здесь тоже очередяка, блин, вы крайний? Да не, я да, я занимал. И я занимал. Тю, вы такие интересные, тогда проходи, давай, я подожду. Не, я уже не хочу. Такие странные, ты идешь? Ага, после тебя. Окей. О, Петя, что ты здесь, блин, делаешь, как обычно? Меня, кстати, давно уже спрашивали, где Петя? Ось, Петя, что ты здесь делаешь, ты устроился на работу? Офигеть, вот это ты красавчик, молодец, не то что я, блин, без работы бегаю постоянно, ну ладно, умничка, все, охраняй, ты охранником работаешь? Офигеть, вот это крутая работа, молодчинка. Кто следующий? О, я, добрый день, доктор, мне сказали, мне нужно сдать анализы. Да, Винка, да. Так, давайте-ка свою медкарту. Ага, хорошо, вот, держите медкарту. Так, отлично, все хорошо написано. Слушай, ты можешь, пожалуйста, уйти? Ты без очереди сюда заскочил. Вообще-то я занимал. Житель, уйдите, пожалуйста, отсюда. Так, Винка, давайте-ка посмотрим. Ага. Слушайте, так вам же нужно как раз к вам спаться взять. Это не больно? А нет, только Марик укусит. Ага, хорошо, а что там еще нужно? Нужен кал. Господи, лучше бы вы это не говорили. Хорошо, куда его, если что, сдавать? На 2-й этаж.
Там по кабинету, прямо-прямо и налево. Окей, хорошо, я сдам. Слушайте, пожалуйста, только быстренько мне возьмите крок, хорошо, с пальчика и все. Хорошо, это будет не сильно больно. Так, Линка, отворачивайся, и как комарик сейчас укусит. Я извиняюсь, слушайте, а не слишком большая именно вот эта бутылочка? А, ну, возможно, сейчас я все поменяю. Ага, спасибо. Так, ну что там, доктор? Вы скоро будете меня уже колоть? Да, сейчас, я беру бутылочку специальную. Ага, хорошо. Вот она. Вы что, прикалываетесь? Это как будто ведро. В смысле бутылочка? Ничего себе, у меня столько крови нету. Вы что, прикалываетесь? Вы что, издеваетесь надо мной? Я буду очень сильно возмущаться. Блин, по-моему, я отсюда как раз живой и не выйду. Так, Линка, давай закрываем рот, отворачиваем голову и ждем. Сейчас комарик укусит и все, чики-пуки. И анализы можете сдавать уже вниз. Ну ладно, пожалуйста, только не больно. Ай! Ого! Это что такое? Я сам в шоке. У тебя очень много крови. Ника, ты ничего вчера не пила? Да нет, ничего не пила. А горячую ванну не принимала? Нет, не принимала. Мне все хорошо. Странно как-то. У тебя тупо струёй, оно течет. Пожалуйста, давай быстренько тебе руку сейчас перебинтую левую и все. Ладно, хорошо. Она очень сильно болит. Ну что, там ведро набралось хоть? Да, даже чуть-чуть больше, я переборщил. Господи, ты мне хоть палец там не отрезал? Там вроде-то нет, если что, я пришью. Хорошо. Так, что, у меня как раз вот медкарта, куда мне идти? Иди на второй этаж. Спасибо. Так, все, можете заходить, там, если что, пожалуйста, пол вытрите. Или, Петя, пожалуйста, вытри пол, потому что там капец. Называется, блин, кровь с пальчика взяли. Какой ужас, блин, я ненавижу медицину, правда. Так, мне сказали на второй этаж идти. Мне ж нужно как раз пойти в туалет. Ладно, сейчас приду. Есть, я как раз именно это собрала. Посмотри, он красивый, он там все хорошо, у меня чисто. Господи, Венка, ты что, с ума сошла? Ты что, туалета здесь не нашла? Почему именно в регистратуре? Какой кошмар, фу, теперь оно воняет. Убери от меня, пожалуйста, это. Ладно. Че ты кипишься? Это как будто анализы. Господи. Ты, блин, такой странный, интересный. Ладно, хорошо, поднимаемся на второй этаж. Фу, блин. Что такое? Что, не нравится? Фу, убери это с под носа моего. Ты, блин, такой странный. Ага. Это как раз, я так понял, фу, здесь так воняет, это лаборатория, да? Ага. Хорошо, ну, сколько могла, столько натрудилась. Вот, все. Вот, держите, пускай это будет везде. Именно вот так. Я думаю, как раз отлично. Ладно. О, фу, господи, какой ж ты няка. Ладно. Отлично. Вот это и думаю, как раз анализ, то, что нужно. Так, куда мне там нужно было еще идти? Я не понимаю. Ладно, пойду на третий этаж и подожду, когда скажут, что у меня там все чудесно и все хорошо. Вы тоже здесь стоите? Это просто какой-то кошмар. Я домой. Тю, такой странный. Чего ты такой нервный? Вы что, здесь с утра стоите? Ладно, хорошо. Можно? Да, Винка, проходи. Вы так и не убрали мою кровь. Что там у меня по анализам? Вот, держите. Угу. Винка, а зачем ты всю комнату измазала? Да ну, я ничего не измазала, я сдала, как вы сказали, типа все. Ага, понятно. Так, ну что, я тебя поздравляю, у тебя глисты. Что? Не может такого быть. Ты кошечек любишь? Люблю. Ну вот, и как раз тебя кошка наградила глистами, я тебя поздравляю, ты молодец. О господи, какой же это кошмар, Петя, это ты виноватый. Эх, ладно, хорошо, и что мне теперь делать? Много кушать чеснока и попей много алии. Ты как раз ходишь в туалет, очень сильно хорошо. Хорошо, я понял, окей. Хорошо, так, давайте сюда мою медкарту, я как раз пойду сдам регистратуру и я уже свободна. Да. Все, ты свободна. Все, пока. Больше не приходи сюда, пожалуйста, никогда. Хорошо. Там какой-то врач странный. Ты к нему не заходи лучше. Так, пойду как раз в регистратуру. Сейчас все документики эти отдам. И я как раз могу бежать дальше. Вот, держите. Спасибо вам огромное. Если что, я еще вернусь. Не дай бог. Ну че вы, блин, постоянно все такие злые. Интересная форма. Блин, может мне все-таки устроиться на работу сюда? Ну ладно. Не буду как раз травмировать всех. Почему вы
почему буду всем мешать, как обычно? Это все-таки надо было хорошо отучиться, потому что я спонтанно выйду как раз. Ну что, ребята, вот такой видеоролик у нас получился. Если тебе очень сильно понравилось, напиши и поставь лайк. И, кстати, ребята, подписывайтесь, не делайте глупости, потому что я все вижу и все знаю о вас. Ха-ха-ха-ха, ты, ладно, шучу. Все, рекомендую своим друзьям, близким и так дальше. До новых встреч, пока-пока-пока-пока-пока. Фу, господи, кто же это все сделал? Какой же урод это додумался столько всего принести? Какой кошмар! Фу, блин, дышать невозможно!